Как я успеваю одна с малышкой работать? Начинаю, пока Мишель еще спит, отвечаю по рабочим чатам. Когда она просыпается, мы много болтаем и улыбаемся. Далее утренняя рутина. Чистим носик, глазки, меняем подгузник. Пока я завтракаю, мы много гукаем. Параллельно я пишу сценарии. Далее кормлю Мишель, и она засыпает. Пока она спит, я работаю. После пробуждения выкладка на живот и всякие развивашки. Параллельно я собираюсь для съемок и на прогулку. Одеваю Мишку, мы что-то снимаем по пути и идем на улицу. Там я делаю большую часть работы, монтирую видео, снимаю сторис. Придя домой, малышка досыпает, я доделываю дела. К вечеру приходит Макс с работы, мы немного чилим втроем, и я ухожу снимать ролики и рекламу. Ну а дальше вечернее купание, рутина и сон.